Всем здорово, с вами Фанни. Играю в новую потасовку. Смерть всегда хэппи дважды. Вот такая колодка. Как бы не обязательно. Обязательно две, но них нету. Не обязательно. Надо, не обязательно. Не надо вообще, вообще никак не... Почему я положу? Нет, ну как бы надо, но я против Ханта играл, у него, конечно, были заклинания, но он мне не зашел. Да, надо, надо, нет, надо, надо, нужно. Вот, вот эта комба вообще просто, просто шикарная. Четыре нероба просто. Просто из двух карт два нероба, плюс еще там два нероба. Изи-пизи, бризи. Хотя бы не играем, и все, хватит. Смысл. А! И... Рексар! Начнется охота! Самого друга! Надо убирать меня кого-то. Топор бури можно положить. Хорош такой. Таскал мне по рука так, конечно. Но в тот момент все равно проиграл. Как бы он заходил, да, он мог разменять. Но как бы... Ну, мог и мог. И что? Рука шикарная просто. Просто от души просто дали. Вот, просто на, бери. Чувствуется жопа очень какая-то. Короче, тут это уже получше. Да, это назада! Убери, направляйте меня! Тут еще 4 балла. Да, либрагнул только на место 6 его. Это хорошо, конечно же, для меня. Все. Иди, направляйте меня. Я же сказал вам, это почти выигрыш. Что у него будет на 2 нероба, плюс еще одно неробское яйцо. Да, он может выстоять. Черт. Яйцо, пожалуйста. Ну-ка, говорит, мой дед, я пройдет. Ну как бы 16 урона, 16 урона с трех карт, пожалуйста. Ты что, слышишь? Завтра мне нехорошо! Как бы бросай это дело. Фейсфант. Длиной. Вроде не убивал. Ну да, три дамага долетало. Так, 4, 6, 9. Изи, изи, изи. Хотя... 9 у меня осталось, 4 дамага. 4, а не 3. Ну как бы да, как бы зашел просто вот эта карта, да, помогла. Вот эта карта, как бы, подчистка. Вот это возрождение просто имба с этой карты, просто так. Всем пока, всем пока.